Киберкобра на связи. Если ты, молодой поц, хочешь получать деньги из CPA сетей, но не знаешь, где взять трафик, тогда кликай по ссылке в описании. Киберкобра научит тебя выжимать трафик из Инстаграма и сливать на CPA сети, и ты станешь богат, мой друг! Ребят, присоединитесь, пожалуйста. Ура! Ну, всем привет. Привет. Данилка, привет. Чё, как сыграли? Ого, нифига, Вишняков не написал. Привет. Юлия, что делать, если ты обкакался? Сходи, помойся. Да, притча у нее, да, смотри. Что за девочка? Ты что там, селедку жрешь или что? Привет. Написал, скажи мне. Шаламуса. У тебя красивые глаза, ты мне нравишься. Желаю тебе кушать чаще. Ты очень хорошая, обязательно тебя накруплю шаурмой. Да он не отвечает что-то, Никита, я у него уже спрашивала. О, блин. Блин, я думала, это Вишняков, блядь, у вас фотки одинаковые. Привет, Андрей. Извини, пожалуйста. Как дела? У меня аналогично. Ну, я с ним не общаюсь, Полина, так что я не в курсе. Привет. Спасибо. Андрей, в смысле, какой Андрей? Ты что, спец по кальянам, Андрюш? Ну, а что Саша написал? У тебя нет ничего ко мне. Ты мне дорога, как никто другой. Желаю тебе только счастья со мной или без меня. Ты очень хорошая и лучшая девушка, которую я знаю. Я тебя обожаю. Бля. Мне 16 лет. Как это мило и трогательно. Ребятки, короче, давайте вы пройдете тест. Ну-ка, Юля, скажи эту фразу, я скажу им, чтобы они... Короче, скажите то, что первое вам в голову обо мне придет, то и говорите, типа, продолжите фразу, давай. Первое, у тебя. У тебя, то есть у меня. Что у меня? Шкура. Давай дальше. Ты мне. Вы мне. Типа я вам. Вот так, я вам. Нравишься дальше.
желаете мне? Что вы мне желаете? Любви дальше. Любви. Я очень. Спасибо за любовь. Люблю тебя, огурчиков. Дальше. Я тебя. Я. Ну, в смысле, вы короче, меня. Вы меня любите. Все меня любят. Или, может, кто-то ненавидит меня. Или там презирает, не знаю. Ой. Обожаем. В смысле, что, где, когда? Ну, это типа, это не тест, это картинка там, короче, и написано, продолжите фразу обо мне. Давайте, посмотрим, кто выиграет. Полечка выигрывает. А, нет, Катя Балябина выигрывает. Я, блин, эту трансу делала для человека, который даже не смотрит меня. Обидно. Спасибо. Да нет, я знаю, что он занят, он не может. Ничего не случилось. Почему у меня что-то должно случиться? Все нормально. Полина, я записывала трансляцию для твоего парня. В кавычках. Да для Епиша. Hello. Включи, все пока.